Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня я хочу распаковать посылку, которая пришла ко мне накануне 8 марта из города Москвы от Надежды Дюкановой. Друзья, вот такая посылка пришла мне от Надежды Дюкановой из Москвы. Надежда, я прошу прощения, если я неправильно ставлю ударение вашей фамилии. Перед тем, как прислать посылку, Надежда написала, что хочет прислать мне гаджет, который будет интересен мне в работе. Я уже была тогда заинтригована. Но давайте обо всем по порядку. Скажу честно, посылку я открыла заранее. Поздравительная открытка с 8 марта. Уважаемая Светлана, поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, благополучия. Надежда, большое спасибо за поздравление. Я, в свою очередь, тоже поздравляю вас с праздником 8 марта. Желаю здоровья, успехов во всех делах и всего самого-самого наилучшего. Это кухонные полотенца вафельные. Смотрите, какая красота. Полотенца всегда для кухни – это очень важная вещь. Вот такие полотенца. Состав хлопок. Очень приятные. Полотенца отправляются на кухню. Вот такие интересные блестки в виде листиков кленовых. Но как они вот переливаются, таким красивым цветом переливаются, голографически. Замечательно пойдут они для творчества. Можно применять и в осенние работы, и в зимние. Такие листочки идут и для дизайна ногтей. А теперь перехожу вот к этой коробочке. Что здесь у нас интересно такое? А здесь вот такой интересный прибор. Я, конечно, догадалась, для чего это. И сразу решила попробовать в деле. Думаю, вдруг я ошибаюсь. Я думаю, что и вы уже догадались, что это. Это прибор для того, чтобы резать пеноплекс, пенополистирол. То есть любой пеноплекс, пенопласт, с которым я очень люблю работать и который всегда резала ножом, а это не всегда удобно. Это нагревательный прибор. Сейчас я все включу, и мы попробуем в работе. Выключатель здесь у нас. Вот так. Все соединили, и прибор готов к работе. Сейчас я подключаю в розетку. Здесь тоже включаем. И он у нас нагревается. Вы представляете, я так давно мечтала о таком приборе, потому что много работаю с пеноплексом. И вот, как говорится, мечты сбываются. Уже слышу запах, уже нагрелся. Прям очень быстро. Это я уже пробовала резать. Ну вот, даже дымок пошел. И вот таким вот образом. Ну вот, куда мы направим, туда. И так он и вырезает. Я веду не торопясь, чтобы не сломать этот щуп. Так, ну вот то, что налипло, надо будет убрать. И вот такой разрез фигурный получается. Представляете, как здорово! Какие появляются перспективы, потому что какие-то мелкие детали вырезать ножом очень сложно, ровненько. А здесь вот еще потренироваться, чтобы правильно направлять, правильный угол наклона делать, чтобы ровно получилось. С пенопластом я не работаю, но у меня есть потолочный плинтус. Сейчас вот только включила. Нет, еще не нагрелся. Когда еще горячее, можно это все будет счистить. Так, ну вот. И вот режем плинтус. Вот такой. Сразу скажу, что надо работать в проветриваемом помещении, потому что идет дымок отсюда. Здесь только единственное, нужно будет потом поработать немножко наждачкой. С удовольствием буду работать с таким прибором для резки пеноплекса. Надежда, я от всей души хочу поблагодарить вас за эти замечательные подарки и за ваше внимание. Дорогие милые женщины, я поздравляю вас с наступающим праздником, Международным женским днем 8 марта. И хочу пожелать всем
крепкого здоровья, счастья, везения, творческих успехов, благополучия и семейного счастья. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. До новых встреч!